Добрый день! В вязаных вещах каждая женщина ощущает уют и комфорт. Особенно актуальны вязаные наряды для дам 55-60 лет, когда необходимо утепляться в холодное время для сохранения здоровья. Вязаные платья, юбки, свитера, кардиганы есть в гардеробе каждой зрелой женщины. Дамам элегантного возраста такие вещи необходимы, так как именно с их помощью возникает возможность подчеркнуть женственность и привлекательность. Ну и к тому же это удобно. Напомним о самых популярных вязаных вещах для женщин 55-60 лет. Именно на такие вещи стилисты рекомендуют обратить внимание возрастных дам. В вязаных платьях длины миди женщины выглядят не только выигрышно, но и достойно. Особенно эффектно смотрятся модели А-силуэта, прямые и слегка прилегающие изделия. Безукоризненно смотрится на женщинах 55-60 лет правильно подобранные по фигуре модные длинные кардиганы. Теплый и уютный кардиган – это самый приятный тренд этой осени. Кардиганы обязательно должны присутствовать в гардеробе женщин старше 50, так как этот вид одежды удобен, смотрится очень элегантно и солидно и по возрасту. Длинные кардиганы играют в актуальных образах ведущие роли. Благодаря комфорту, ощущению уюта и стильному виду, который создают кардиганы, они относятся к одним из наиболее популярных трикотажных изделий. Трендом сезона стал короткий кардиган. У такой модели есть свои несомненные преимущества. Низ кардигана, совпадая с линией талии или чуть ниже, не скрывает, а помогает обозначить ее. В этом случае верх или низ образа может быть объемным, но фигура не будет выглядеть бесформенной. Да и вообще, короткий кардиган подходит всем женщинам без каких-либо возрастных ограничений. Вязаные жакеты способны скорректировать фигуру дамы 55-60 лет. Они отлично сочетаются с брюками, джинсами, юбками или однотонными платьями. Они могут быть как под пояс, так и на красивых декоративных застежках или пуговицах. Бомбер – это комфорт и практичность, которые добавляют образу динамичности и выразительности. А вязаные бомберы с различными застежками выглядят очень молодежно и свежо. Такой фасон ранее относился к разряду спортивной одежды, но благодаря старанию дизайнеров превратился в повседневную и даже выходную вещь. Какими бы ни были логика и восприятие этой вещи, будем иметь в виду, что бомбер визуально снижает возраст. Наверное, нет ни одной современной зрелой женщины, в гардеробе которой не нашлось бы хотя бы парочки свитеров.
В них удобно и тепло в загородной поездке, на прогулках или в парке. Свитер – удобная и практичная вещь. Особенно идут возрастным дамам пудровые оттенки, бежевые цвета, кремовые или кофейные. А как приятно на ощупь мягкие и теплые кашемировые свитера. Высокая горловина надежно защитит от холода, а воротник-хомут сделает образ просто роскошным. На дамах возраста 50+, отлично смотрятся вязаные пальто свободного кроя, пальто-халат, пончо и кейпы. Цвет и безупречная плотная вязка сделают образ подчеркнуто элегантным. Минимум декора позволит сделать модель презентабельной. Сегодня в гардеробе любой дамы 55-60 лет должно быть несколько таких свитеров с высоким и узким отворотом. Они подходят для ношения поверх одежды или под нее. Водолазки позволяют создавать неожиданные трендовые образы для женщин в возрасте. Свитер с высоким горлом имеет свойство молодить и стройнить. Это очень удобная и комфортная вещь. Вязаные вещи для возрастных женщин – это возможность создать оригинальный и элегантный образ. Слушайте наши советы и носите то, что вам нравится. До свидания!